Здравствуйте, друзья, с вами Андрей Лоскович, и сегодня мы поговорим об эпоксидной фуге, а точнее о последствиях, которые она оставляет. Зачастую бывает так, что приходится фуговать эпоксидной фугой, и после того, как мы зафуговали, замыли ее, остаются разводы, которые очень трудно убрать. Эти разводы очень плохо убираются, губки, которыми мы фугуем, замываем, приходят в негодность после первого же использования. На видео плитка зафугована эпоксидной фугой, и как мы видим по плитке, она у нас не глянцевая, не блестит, а стала матовая. Это признак того, что фуга оставила свои следы. У различных производителей есть свои средства для удаления остатков эпоксидной фуги, но стоят они дорого. Также можно попробовать нагреть феном и удалить, но это очень долго. Я вам покажу способ, на который у вас уйдет минимум времени, усилий и финансовых средств. Как оказалось, все очень просто. Это средство продается в любом супермаркете. Силит Бэнк. Стоит порядка 3-4 долларов. Итак, приступим. Берем наше средство Силит Бэнк, выливаем в какую-нибудь удобную для нас емкость, берем кисточку и начинаем наносить данное средство на нашу плитку. Заранее советую быть очень аккуратным с данным средством, так как оно очень мощное. И если оно попадет вам на кожу, сразу начинается процесс, может оставить ожоги. Также рекомендую изначально попробовать нанести средство где-нибудь в невидном месте, чтобы посмотреть, как плитка реагирует на данное средство. Тщательно наносим средство на плитку, и после того, как мы нанесли, даем средству поработать буквально 3 минуты. Дальше берем чистую воду, губку, а лучше ненужную для нас тряпочку, чтобы ее после работы можно было выкинуть. Хорошо ее выжимаем и начинаем протирать нашу плитку от средства. На видео я специально взял ткань темного цвета для того, чтобы показать вам, какой налет остается после эпоксидной фуги. Дальше берем сухую ткань, вытираем начисто нашу плитку. И как видим, плитка приобретает глянцевый вид. И как я говорил уже ранее, данный способ требует минимум усилий, а самое главное, он очень эффективен. Кому понравилось видео, подписываемся на канал, ставьте лайки, а также подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.